Привет всем танкисты. И новое видео из жанра «Команда тащит». Собственно, вторая часть «Команда тащит». Танчик у нас ПЗКПФВ 5 «Пантер». Вот «Пантерка», топовая, прекрасная «Пантерка». Смотрите, стартуем, посмотрим, что произойдет. В общем, начало боя не предвещало зла, но, как обычно, «Команда тащит», респект таким парням. Таких видео будет еще несколько. Реплей я отложил специально для вас, зрители, потому что вы хорошо восприняли как раз таки «Команду тащит» первую часть на Хеллкэте. Ну, хотя куча была голимых комментов, как обычно, засрали. Днище, днище. Сам слил бой, сам нифига не сделал. И, ну, все как обычно, друзья. Я вас люблю, подписчики. Вы и так любите писать очень хорошие, добрые комментарии. У меня даже прицел пропал от добрых комментариев. Ну, знаете почему, кстати, я в этот момент сворачивал игру? Я теперь знаю, почему прицел пропадает на моих реплеях. Ну, я тоже втащил бой, как видите, да. Вернулся, потом вспомнил, что у меня игра здесь. Если что, я опять свернул игру, потому что мне кто-то очень важный писал. Ну, кто очень важный? Кроме девушки, важнее людей просто в жизни нет. Вот, только на ее сообщение я мог отвечать и отвлекаться от игры. Я прям уже вижу комикс. Сворачиваю танки во время боя, чтобы ответить девушке, люблю ее. Ну ладно, не суть важно. Я один поехал в город, как вы видите. Команда тащит. Команда тащит, команда тащит. Играем в деф. Видимо, никто не осознает того, что нужно ехать в город. Жду коммента, типа, ты в этом видео сказал 15 раз «Команда тащит». Посчитайте, сколько раз я сказал «Команда тащит». Мне ж интересно. Во всех видео «Команда тащит» буду обязательно это говорить. Оп, елочка. Елочка, гори. Промах елки. Все прекрасно начинается. Первый фраг за мной, как обычно. Нет, не как обычно. Ну, очень часто я делаю фбхи. Очень часто в этой игре. И очень часто я остаюсь последним. И я днище после этого. Друзья, я днище, да. У меня днищенский ГПД, днищенский процент. Так оно и есть. Именно. Трещорка срикошетила, это прекрасно. Ну, в принципе, как она попала, вы видите сами. Тут и быть не могло по-другому. Да и вообще, это Т-385, хотя... Нельзя недооценивать Т-385 никогда в жизни. На Як-Тигре не подпускайте ближе, чем на 50 метров к себе Т-3485. Як-Тигр 8,8 сантиметров. Танк нагиба 8 уровня прем. Тащит огромные деньги. Встретил Т-385. Умер. С полной хелсой. И ничего ему не сделаете, поверьте. Максимум тараном 50 хп снесете. Я вам гарантирую это. Даже если тактику 40 тонн использовать, которая там масло и что-то там, как она там называется. Вот тут я пытался бортом танковать, вроде успешно. Арта кинула. Я как-то забыл про арту. Ну, видите, я сам как-то более-менее выдерживаю город. 644 урона. Ну, это мало на самом деле. Тут не совсем грамотное танкование бортом было. Счет 2-8, прекрасный счет, прекрасный бой. Деф успешен очень у нашей команды в этом бою. Естественно, я тут очень сильно высунулся, вы сами видите. Отвлекся еще, чтобы посмотреть на свою пантерочку. Тут КВшечка, всякие враги. Т-трещерка. Вон лов. Советские танки на немецких пантерах.
Вот так вот. Скидываемся, прячемся. И боеукладка в лоб повреждается. Про это я рассказывал в детальном обзоре Пантеры. Именно про это я рассказывал. Что нам критуют все, что можно. Картина не самая лучшая, как вы видите. 3-10 счет. Странно, что вообще не в сухую. Я видел, что там Пантера на кого-то другого среагировала. Вот, разбирал эту трещорку. Не хотел уезжать уже, фиг с ним. Вот так вот. Успел довернуть корпус. Вот, 1400 почти урона. Два фрага. Довольно-таки неплохой расклад. Хороший бой был бы, да? 1750 урона. Я остаюсь один. Я уже понимаю, что это безвыходное положение. Но я попытался даже поехать, сбить захват. Не сливаться, ничего. Что ж, какой вывод, друзья? Команда тащит. Тут не будет Черчилля первых, которые убивают своих. Тут просто команда героев, истинных профессионалов, тактиков. Дев превыше всего. Конституция днищ. Пантерочка. Даже по ней успел скинуться. 2000 урона. Четыре фрага, 2200 урона. Наша база захвачена. Конституция днищ тащит. Только дефим, друзья. Большой палец вверх за деф, за конституцию днищ. Всем спасибо за просмотр. Ждем новых выпусков «Команда тащит». Подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте и до